Под эгидой «Динамо» такой чемпионат в Бресте проходит впервые. Турнир собрал 250 спортсменов из всех областей Беларуси. Это не только представители спортивных динамовских школ, но и других отраслевых ведомств. Столь широкое представительство подтверждает высокий уровень чемпионата. В первый день соревнований присутствуют, скажем так, почти все ведущие спортсмены Республики Беларусь среди взрослых, я имею в виду мужского состава, женские у нас так разрознены немножко, то можно оценить достаточно положительный, достаточно хороший уровень для белорусского тэквондо. Цель республиканского турнира – повышение спортивного мастерства, комплектование сборной команды БФСО «Динамо» и Республики Беларусь, а также популяризация на этой основе здорового образа жизни. Конкуренция между спортсменами очень огромная, но наша брестская команда стоит на сегодняшний день на высоком уровне, подготовка очень серьезная, поэтому мы дадим бой. Соревнования прошли в трех возрастных категориях среди мужчин и женщин. В командном зачете брещане стали третьими. Спортсмены из дюшур профсоюзов «Спартак» из Минска – вторыми. Первое место у динамовцев из Минска из дюшур. В личном зачете среди взрослых брестские динамовцы оказали достойную конкуренцию. 4 призовых места из 7. В основном я ни на что не обращал внимания, чисто сосредотачиваюсь, чтобы показать наилучший уровень борьбы. Все, что могу. Сконцентрируюсь, перед боем сижу, потом, выходя на бой, концентрируюсь. Ну, а бой показываю все, что умею. Уровень соревнований достаточно большой по сравнению с прошлым годом. Приехала вся республика, людей достаточно много, боев много, все соперники высокого уровня, поэтому тяжеловато. Оцениваю свои силы хорошо, всегда настраиваюсь на победу, всегда. Брестские динамовцы с поставленной задачей по проведению чемпионата справились. Турнир прошел на высоком уровне, а это значит, что в будущем соревнования имеют все шансы получить в Бресте постоянную прописку. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.